Путин, ты хуйло, знай, и весь твой русский мир погибнет вместе с тобой. Чеченцев не видел, конечно, но пахнет вот этими писюнами по стенам, которые разлетелись. Русский национальный войсковый чин протягивает створать историю збройного змагання. Шихты наших вояров неспынно поширяются, гартуючися у випробуваннях. На сьогоднішній час мы констатуем, белорусское визвольное войско – это фактор, який будет иметь уплыв на історичні перемены у нашей батьковщине. Сегодня пришел час обвестить об створении наступной войсковой формации – полку Калиновского. Боротьба триває. Протягнем славутые традиции наших предков. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Все наши солдаты получили военные билеты. Спасибо за доверие украинского государства. Мы гордимся тем, что вместе с украинцами защищаем Украину от оккупантов. До перемоги разом! Живи Беларусь! Живи вечно! Слава Украине! Героям слава! Мне эта страна предоставила защиту от так называемой хунты, которая находится в Беларуси. Вот. И я понимал, что это мой долг ей помогать, потому что это мой второй дом. Тут я в Украине находился, весь час працевал, ходил на акции солидарности, подтримливать белорусов, которые остались в Беларуси. Потом, после того, как началась война, мы с поплечниками, с сябрами решили разом собраться и пойти отримливать зброю. Мы спочатку не ведали, что у нас так само есть белорусы, которые собираются в іншим месцам. Мы просто у четверых вырешили пойти у тероборону. За нами приехали белорусы, забрали до себе, и где мы уже формовались, тренировались разом с одними белорусами. В початку войны России супроти Украины я каждый день задавался питання, ехать или не ехать. И с каждым днем это питання все мощнее и мощнее гучала внутри мене. І ось праз неділю війни я вирішив, що треба їхати. Треба їхати, з цією думкою я ліг відпочивати, спати, прочнувся раніцею і розумію, що рішення, яке я прийняв, воно гармонує з моїми відчуваннями. І я пішов у посольство України, записався доброохотником у інтернаціональний батальйон. Ось, и на наступный день мне потелефоновали из украинского посольства, это было в Вильне, и я от посольства поехал сюда. Контроль за периметром перед нами, ось той лес, он уже был шерой зоной, в которую заходили как раз ворог, из якої он там намагался вести огонь по наших позициях. И как раз в момент, когда был черговый обстрел, у нас тут находился окоп, в котором сразу при обстреле кто-то забег у хату, ось террор занял позицию тут, у окопе. И як ти завжди кажеш, що будь-який обстріл – це лотерія, і ти ніколи не зможеш вгадати, куди саме потрапить там снаряд і побач з ким зараз він потрапить. І так сталося, що якраз снаряд потрапив у дах будинку, у самий кут. Він його пробив, і ось тут вся хваля вибухова, і усі аскепки, вони пішли від цього кута сюди на вулицю, вниз. І ось, як ми бачимо, у цьому плоті так само є кілька аскепків. І один з них, той самий аскепок, потрапив, який забрав ще цього терора. І він якраз лежав, і він зійшов у його під пліту і прийшов уже уверх.
сюда, каб спачатку абараніць незалежнасць Украіны. І праз што мы зможам адваяваць вольнасць і незалежнасць Беларусі. Украіна ваюць за весь мир, за все чалавецтва. Слава Украіне! Героям слава! Жыве Беларусь! Жыве вечна!